детские улыбки, счастливые лица матерей и спокойные на вид мужчины – такую картину можно наблюдать на улицах Богучара. Мирное небо над головой и размеренная жизнь, в которой каждый может найти развлечение по душе – это настоящее. 1 сентября отмечается Всемирный день мира в память о погибших во время Второй мировой войны, которая оставила неизгладимый след в судьбе нашего народа. 8 тысяч богучарцев ушли на фронт, 5 тысяч не вернулись. 8 героев Советского Союза дала наша земля. И сейчас мы живем в мирной стране. Год от года становится краше наш район и город, благодаря подвигу наших земляков. Сказочные яркие хранят добро и сердце жар. На тихой речке Богучарке стоит наш город Богучар. Наш Богучар, Богучар, ты властелин волшебных чар. Ты послан нам как Божий дар. Живи и здравствуй, Богучар. Но никогда не падал ниц, и потому он нам дороже всех городов и всех столиц. Наш Богучар, Богучар, ты властелин волшебных чар. Ты послан нам как Божий дар. Живи и здравствуй, Богучар. Город наш годами, он молодеет с каждым днем. Его любить не перестанем, кто клятву верности даем. Богучар, Богучар, ты властелин волшебных чар. Ты послан нам как Божий дар. Живи и здравствуй, Богучар. Богучар, Богучар, ты властелин волшебных чар.